В Центральном парке отдыха города Видное снова шумно и весело. Стоит отметить, что в этом году для детей здесь настоящий кладезь развлечений. На этот раз ребята собрались, чтобы открыть летний библиотечный сезон. Около сотни учеников младших классов, которые сейчас проводят время в пришкольных лагерях. Поздравляю вас с окончанием учебного года, чтобы летом вы хорошо отдохнули, набрали сил и с новыми идеями, со крепким здоровьем пришли в новый учебный год. Празднику с книгой в лето уже 20 лет. За эти годы вместе с библиотекой выросло целое поколение. Традиционное мероприятие посвящено дню рождения великого русского писателя Александра Сергеевича Пушкина. Организаторы уверены, именно в игровой форме можно привить детям любовь к литературе. Конечно, мы их заманиваем не только книгой, но через наши игры, через наши какие-то, может быть, не очень библиотечные мероприятия, мы все равно детей стараемся подвести к книге. И уходят они от нас с книжками, уходят читателями библиотеки. И таких читателей среди гостей праздника было немало. Причем ребята предпочитают литературные произведения не только из школьной программы. Вот сейчас там, я в лагере, я там, смотрю на детскую библиотеку и беру книги «Место спать», я читаю их. Начался праздник с концерта. Местные творческие коллективы подготовили для школьников песенные и танцевальные номера. Выступали аниматоры и веселый клоун. Концерт прикольный, настроение хорошее, вообще очень весело. Кульминацией мероприятия стал квест, который был посвящен году педагога и наставника. Ребят разделили на 7 команд. Каждая должна была пройти через ряд импровизированных кабинетов и ответить на вопросы школьной программы. Русский язык, литература, математика, физкультура, пение – это только часть испытаний. Квест, конечно, был хороший, да, помогает развивать ум. Лето проходит замечательно, несколько книг уже прочитал, вот. Например, какие? Рассказы Чехова, Робинзон Крузо. Начало положено, хорошим настроением дети зарядились, ну а библиотека ждет ребят все лето. Подготовили для школьников много полезных и интересных мероприятий. Юлия Погосян, Кирилл Иванов, Видное ТВ.